Сильным дождем с ветром ударит сегодня Хатаморский циклон по Камчатке. Во второй половине понедельника в Петропавловске, Вилючинске, Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском и Мильковском районах ожидается сильный дождь. Ветер в порывах достигнет 15-20 метров в секунду, а на побережье 23-28, сообщает МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков. Там призывают камчатцев временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим. Туристическим группам и охотникам в период действия циклона также следует воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдаленные и прибрежные районы и места с горными реками. Если ситуация несет угрозу жизни, звоните на единый номер телефона спасения со стационарных телефонов 01, а с мобильных 101.